Представляю вашему вниманию красное полусухое вино. Страна происхождения Италия. Регион Венето. Вот так с бутылочкой красного полусухого Семену Головачу удалось стать официантом года. Хотя подача вина только один из шести этапов Всероссийской олимпиады по кулинарному искусству и сервису. Также пришлось показать себя в сервировке стола, ответить на вопросы жюри. Часть его была в роли посетителей ресторана, остальные наблюдали со стороны. Суть этого задания – проверить стрессоустойчивость и протестировать на внимательность. Гости понарошку специально роняли салфетки или прятали ножи в рукава, а потом указывали официанту на ошибку, почему он не положил нож. Но вывести из себя или подловить ростовчанина не удалось. Я сказал фразу по типу «Быть может, вы его уже испачкали, я его забрал», либо же «Быть может, вы куда-то случайно его отодвинули, и надо просто немножечко посмотреть, найти его где-то». И он достает, а вот же он. И больше, в принципе, никаких слов здесь не было. Среди соперников Семена были не только студенты, но и уже состоявшиеся профессионалы. Были даже участники возрастом за 50. Отличилась на Всероссийской олимпиаде и студентка этого техникума Анастасия Бартеньева. У нее второе место в номинации «Юниор года». Настя готовила два блюда на 4 порции. Ее хинкалики с репой вместо теста и сладкой начинкой как дополнение к холодной закуске поразили членов жюри. Они подошли и сказали, что давно такого не ели, вспоминает девушка. Именно их покорила репа, именно хинкалька, потому что уникальная и необычная. Потому что все ожидают, что репа даст горечь, но я специально выбирала такую репу, которая даст сладость, чтобы подчеркнуть сухофрукты. Не только гордость для региона, да, для нас, для потребителей. Работа рядом с такими профессионалами, их коллеги тоже будут им соответствовать. И, соответственно, у нас повышается сервис, который оказывается в ресторанном бизнесе в Ростовской области. Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда» проходила в Перми. В жюри сертифицированные судьи Всемирной ассоциации шеф-поваров. Эти соревнования определяют тенденции индустрии и лучших поваров, кондитеров и официантов. Екатерина Лободина, Владимир Савилов, Первый Ростовский.